Счастлив тот, кто легко избегал нечестивцев, их чар, их похвал, сходок их, где любой шепоток обретал богоборческий толк. Славен тот, кто и ночью, и днем Божьей Торе бликом. Станет тот, словно саженец при потоках вод, чей завяжется плод в самый срок, с чьих ветвей не сорвется в полет ни листок. Тот везуч, тот весом человек, а иным Божьих благостных нег не дано. Сор мяки на они, не зерно, ветер дыбит их, вьет словно дым. На суде его в страхе пред ним нечестивые, втиснувшись в ряд исто праведных, не устоят, ибо верных, дав руку руке, по земле и по вещей строке водит Бог. Yeah.